Нас ни разу никуда не выводили. Только на утренней... Как он правильно называется? Красиво. Ну, он там называется шмон просто. Там, як кажуть, ты никто и звать тебе нияк. А я сидела с бездомными, и они выходили, мыли коридоры, мыли кабинеты начальства. Ну, и он им за это давал сигареты. И вот на этой пачке из сигарет была отправлена моя первая жалоба в том конкретном задержании. Держава лечит, что у нас, как в советские часы сказали, что в советской тюрьме невиновных людей нема. Ведаете, на что это ему сказал этот садист? Ты мне лишил удовольствия. И он так и сидел, это с порезанными штанами. Мы живем в грамадстве и часом не ведаем, с чем могут сутыкаться люди побач с нами. Гэта правабарончы падкаст «Вясна прыйдзе». Тут мы распавядаем пра розныя гісторыі розных людзей, якія жывуць у Беларусі. Вітаю, мяне зовут Кацярына, і сёння наш падкаст прысвечаны ЦИП і ІЧУ, а таксама людзям, якія там сядзелі і сядзяць. ЦИП – гэта цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў, а ІЧУ – гэта ізалятар часовага ўтрымання. Туды трапляюць людзі па адміністрацыйных справах, калі ім прысуджаюць арышт, то бок суткі. У ІЧУ яны могуць накіроўвацца таксама і да суда ў чаканні паседжання. І калі казаць пра людзей, якія трапляюць у ЦИП і ІЧУ, то я думаю, іх можна, скажам так, падзяліць наступным чынам. Ну, перш за ўсё, туды можа трапіць сапраўды нечакана абсалютна кожны чалавек. Ехала гаить солярий и забыла права, а был этот хапун ГАИ и говорит, я ж хотела какой-то штраф, а меня сюда, говорит, на трое суток. Пра адну са сваіх сукамерніц з ЦИП гэта ўспамінае блогерка Гуліко Махнацы. Ну, як мы бачым, яна сама трапіла ў ЦИП. Але, думаю, асноўную частку людзей, якіх накіроўваюць у ЦИП і ІЧУ, можна падзяліць, умоўна кажучы, на дзве катэгорыі. Гэта тыя, каго сажаюць туды ў межах палітычна матываванага пераследу, ну, гэта палітычны актывіст ды праваабаронцы. Ну і таксама гэта людзі, якіх туды сажаюць за дробнае хуліганства, дробныя крацяжы, знаходжанне ў нецвярозым стане ды інш. І часта сярод іх тыя, хто мае складанае жыццё і, на жаль, ніяк не можа выйсці з гэтага кола. Вось як палітык Алесь Чахольскі з партыі КХП БНФ распавядае пра тое, як сустрэў у ЦИП бяздомнага чалавека. Валера Кіт. Ну, ён са Слуцка. Кіт – это ягоная, так сказаць, ну, там, мянушка. Ён на вакзале збірае там бутэлькі і так далей. Ну, як толькі выпіе, так і адразу заезжаў. Значыць, ён выйшаў, ён насидзеў 10 суток, а за два апошніх месяца ён насидзеў там 50 суток. Уявляеце сабе? Із 60 суток ён быў на волі только 10. Лёс ягоны такі, што ён сам з Слуцка, ён патрапіў у ЛТП, сястра родная яго выпісала з хаты, і дарога ягоная пайшла, так сказаць. Ну, перад гэтым таксама ўжываў тут цэлы комплекс. Вось, ён пытаўся і на працу там уладкавацца, і быў там і пастухом, і это, але вот... А вось расказ Марфы Рабковай пра адну бяздомную жанчыну, якую сустрэла падчас сваіх сутак. Насколько я помню, она мне говорила в тот момент, что это были ее третьи почти подряд 15 суток. То есть она вышла раньше, чем я, а позже меня выходили еще мои знакомые девушки, и они рассказывали, что она опять попала. То есть это были, она уже попала на четвертые 15 суток. Просто она проводила все свое время ну, вот возле вокзала Минского, и все сотрудники знали лицо ее. Получается, что у них иногда есть план, например, по тому, сколько они должны задержать людей. И они просто подходили и называли имя и говорили, ну, давай по-хорошему. Ты хочешь в ЛТП или ты просто на сутках побудешь? Но она на самом деле не сказала, что жаловалась на то, что она туда часто попадает, потому что зимой это было выгодно, потому что там тепло. И плюс, ну, как бы есть еда. А летом она старалась держаться уже подальше от вокзала, например. Сам Алесь Чахольскі трапіў у ЦИП з-за ўдзелу ў снежаньскіх акцыях супраць інтэграцыі з Расіяй 19-го года. То бок яго судзілі па артыкуле 23.34, і гэта самы, калі не цалкам, палітычна матываваны артыкул – удзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Атрымліваецца, што любы ўдзел у мірным сходзе – гэта адміністрацыйнае парушэнне, за якое можна атрымаць і ў тым ліку і суткі. Вось так, часцей за ўсё, палітычныя актывісты і трапляюць у ЦИП. Прычым часам нават можна ні ў чым не ўдзельніць,
удзельнічаць, а проста быць палітычным актывістам. Напрыклад, Марфа Рабкова трапіла ў ЦИП у 2017 годзе. Тады былі масавыя пратэсты супраць дэкрэта нумар 1, то бок антытуніяцкія пратэсты. И тогда мы кого задерживали, и мне дали 15 суток за то, что я якобы была в Бресте на митинге. Вот. Я попала в первую волну задержаний. Но ты не была в Бресте? В день, когда там происходили волнения, я устраивалась на работу и проходила стажировку. Даже на суде я решила об этом сказать, но мои показания не легли в мой оправдательный приговор, на решение приговора. Так чему тебя затримали? Потому что я анархистка, и тогда начались первые зачистки людей, которые, ну, то есть начинались уже волнения, они убирали активных людей, которые могли где-то что-то участвовать. С Марфой, до речи, мы записывались в умовах карантина, тому гук не самый лепший, и я сподіваюся, вы даруете это и уважливо послухаете, бо побаченные ей лёс у людей у ЦИПе сапраўды вельми цікавые. А я сидела с бездомными, которые очень часто туда уже попадали, и для них это был, как, грубо говоря, их дом родимый, да, то есть они немного знали, кто сегодня на смене, там, знали хорошо завхоза, которого зовут Петрович. И у них там было уже налаженные связи, и они выходили, мыли коридоры, мыли кабинеты начальства. Если это было лето, там, то они пололи клумбы и все остальное, он им за это давал сигареты и книжки. Но книжки все были только Эммануэль. То есть весь репертуар, который у него был, это был Эммануэль. Но там были офіцыйныя прыбіральшчыцы, яны ж павінны там быць і працаваць. Я ні разу не видела, і все коридоры мылись обычными людьми, которые там содержались. Што мы бачым? Прымусовая праца. Нават калі за гэта даюць цыгарэту і пачытаць кніжку «Эммануэль», то гэта ўсё роўна прымусовая праца. Гэта мне нагадала, дарэчы, расповед Насці з другога выпуску нашага падкаста. Раім яго паслухаць пра людзей з псіхічнымі расстройствамі. Яна распавядала, што ў псіхіятрычнай бальніцы санітары прымушаюць замест сябе працаваць пацыентаў. Падобныя сістэмы ці не так? Алесь Чахольскі таксама не бачыў ні разу афіцыйных прыбіральшчыц у ЦИПе. Вось вам яшчэ гісторыі. Праўда, бонусаў там у выглядзе цыгарэт падаецца, што не давалі. Мылі падлогі на самім ЦИПе, там гэта іх выкарыстоўвалі менавіта для гэтых справаў. Там смецце. Гэта неяк праходзіла афіцыйна? Просто іх выклікалі з гэтых камер і казалі, вот тебе швабра, як кажуць, там тебе ануча і наперад. І вот это они, весь ЦИП этот, і яны і мылі. Але прымусовая праца можа быць нават і афіцыйна замацаванай. Гэта ў дачыненні да катэгорыі так званых абавязаных асобаў. Ім трэба выплачваць, да прыкладу, элементы на сваё дзіця. І такіх людзей таксама Алесь Чахольскі бачыў у ЦИПе. Іх кожную раніцу у будні дзень ёсць такі нарад там на свалку нашу тут у Трасценцы там. Вось. І іх туды на гэтую працу возяць. Значыць, з іх потым вылічваюць тое прадпрыемства, куды яны іх возяць, пералічваюць сродки на ЦИП, а з гэтых сродкаў уже 13 рублей 50 копеек зараз вылічваецца там на харчаванне і так далей, утрыманне. Калі нешта там больш, значыць, уже ідзе на пагашэнне вот этих, то, што яны там аліменты. Ці бачылі вы гэтую свалку, якая крыху за Мінскам? Я аднойчы бачыла, калі ездзіла на экскурсію на мемарыял Трасцянец. Гэтая свалка просто агроменная, на некалькі паверхаў, магчыма. Ну і вось разграбаць усё гэта і возяць абавязаных людзей з ЦИПа. І адмовіцца яны ад гэтага не могуць, бо гэта афіцыйна замацаваная законадаўствам праца, прымусовая. А цяпер спалучэнне. Калі абавязаная асоба з'яўляецца жанчына, то яна ў дадатак да працы на гэтай свалкі яшчэ і бясплатна мые падлогу на ЦИПе. Ось так. Калі я думаю пра людзей, якія сядзяць у ЦИПе, то бачу, што яны трапілі ў замкнёнае кола, якое вельмі цяжка разарваць. Куды дзявацца бяздомнаму чалавеку? Яго выпускаюць з ЦИП, каб праз кароткі час ізноў прыняць да сябе. Марфа распавіла, што ў ЦИПе бачыла жанчыны, якія займаюцца прастытуцыяй. Мяркую, яны таксама неаднаразова там бываюць. Але ЦИП – гэта нібы бясконцае паўтарэнне. Чалавека садзяць туды ізноў, ізноў. Гэта нібы закрыццё нейкіх дзірак. Але глабальна нічога не мяняецца. Можа, замест таго, каб чалавека караць за тое, што ён не можа пераадолець сваю жыццёвую сітуацыю, яму трэба дапамагчы, напрыклад, стварыць сацыяльныя праграмы, дабрачыннасць, рэабілітацыі. Ну, але прасцей, канешне, чалавека саджаць на суткі.
А вось яшчэ одна гісторыя, як можна часам трапіць на ЦИП. Давайте не будзем асуджаць яе героя, а звернем нашу увагу на працэсуальныя парушэнні з боку міліцыянтаў. Костя, немецкий хлопец. Значит, что отбылося? 31-го, ну, все гуляли Новый год. Значит, он там выпил, пошел на елку. После елки вертался до хаты. Сустрел знакомого. И той знакомый каже, ну, давай зайдем еще до Кати. Зашли они до этой Кати, сели, выпивали еще. А у нее там, ну, служитель был, выник всей этой пьянки такие. И он каже, я, правда, ничего не памятаю. И той вышел у коридор, в витальную эту, и глядит, этот служитель уже лежит. С побитой головой. Ну, хутка приехала, начала там ее заниматься, а она их сказала, идите вы до хаты, не перешкаджайте. Выник такие, что праз некоторый час ему дверь звонок, открывает, на порозе стоит милиция. Значит, надо тут с нами проехать, там есть пытание, да. Ну, я как дурак с ними взял и поехал. Ну, они склали на его протокол 17-1. И они написали, что когда дома его затримали. Разумеете? Mm-hmm. То есть не с дома забрали. Ну, значит, выник такие, что его закрыли на 7 суток. А что отбылось? С этим человеком, який вот был побитой головой, его завезли в больницу, ему сделали операцию, трепанация черепа, ему в коме. И они закрыли их всех троих. И эту Катю, и его на этого поплечника, которым они пили, и этого Костю. И для чего их закрыли? Ким одразу поехали опера, тумачение брать и так далее. Ну, и он сказал, что я не памятую, я его не бил, ничего нет. Сам, разумеется. То есть им эту справу на когось треба было повесить. Як я адзначала на пачатку, у ЦИП трапляюць дзве катэгорыі людзей. Гэта палітычныя актывісты і людзі, якія з гэтым не звязаныя. І так атрымалася, што ў нашым падкасце пра другую катэгорыю людзей нам распавядае першая. То бок актывісты расказвалі мне пра тых людзей, якіх яны там пабачылі. На жаль, знайсці і паразмаўляць з такімі выхадцамі ЦИПа мне было вельмі складана. Акрамя аднаго чалавека, Ігара, якога мы чулі ў папярэднім падкасце, прысвечаным ЛПП. Там ён распавядаў, што міліцыянты яму часто погрожали, что отправят на сутки, коли он что-то не подпишет, потребное им. На его это дейничало, бо он боялся суток, и одночи он туда все ж таки потрапил. А правда, что там первый день в огле не кормят? Это правда. Первый день там в нас вообще не кормили, потому что, ну, якобы в табель не вносят нас. Вот мы прибыли, например, мы пришли в первую половину дня, вот, но табель, типа, составляется за день до того, на в столовой, кого кормить нужно. Вот, и мы просто не внесены в список пока, и нас не кормили вообще. То есть можно было только, вот там есть водопроводный кран, можно было воду с-под крана попить, все. Не выводят, то есть за время моего там пребывания, вот, двое с половиной суток, нас ни разу никуда не выводили, только на утренней, как он правильно называется, красиво, ну, он там называется шмон просто. Ну вот они шмон, ну тогда нас ставят руками к стенке, раздевают, смотрят, что у нас ничего нету запрещенного. Вот это каждое утро проводится. А то бок на улицу вас 2.5 дня не выводили? Ни разу, ни разу. А там светло горится круглосуточно? Да, горит круглосуточно, но разные лампы. Значит, большие лампы, 4 штуки вот у нас в камере было, они горят над головой с времени подъема до отбоя. А потом горит так называемая луна, это над дверью лампа большая. Но она тоже яркая, как бы тяжело заснуть. Ну и, кстати, каждые, наверное, минут 20-30, вот без преувеличения, стукают вот этой вот крышкой, проверяют нас. В двери, да? Да, крышка глазка. Ну она такая железная, большая, там стучит громко. Сложно там спать на самом деле. Тут спалучэнне ўсяго і рознага, парушэнне ў сваіх жа правілаў і парушэнне ў міжнародных стандартаў, якія пакуль што ў нашай краіне не дзейнічаюць. Пра што я? Пачнем з апошняга. Святло ў ЦИПе гарыць і ноччу. Уяўляйце сабе, як гэта – прабыць хоць некалькі сутак і спаць знаходзіцца ў памяшканні з пастаянна ўключаным святлом. Пакуль што ў нас гэта лічыцца нібы нармальным, але па міжнародных стандартах гэта ўсё ж такі катаванні. І праваабаронцы з гэтым змагаюцца. Але тое, што ўсё ж такі прапісана ў правах людзей у заключэнні – тое, што іх павінны кожны дзень выводзіць на прагулку. Як мы бачым, гэта адбываецца не заўсёды. То бок, у ЦИПе парушаюцца свае ж правілы. Чаму? Мяркую, адказ можна бачыць у словах Марфы, калі яна распавядала, што ў душу ЦИПе водзяць раз на тыдзень. Мне падаецца, што гэтага неяк недастаткова. Ты чалавечкі не можам прыйсці ЦИП прасіць, што мне нужна сходзіць у душу.
там ничего не стоит отвезти тебя там в течение 10 минут, чтобы ты там сходила в душ. Это находилось в нескольких камерах от нас, душевая сама. Вот плюс как бы это же было видно, что люди, которые там работают, они... То есть видно, что они прям в данный момент ничего не заняты. То есть они сидят и там разговаривают между собой, качаются на своих стульях. Супрацовники ЦИПа и ІЧУ, хто яны? Як ставяцца да людзей, якія сядзяць на сутках? Там, як кажуць, ты ніхто і зваць цябе ніяк. Людзі розныя. Сярод этих контролёраў там і всякае бывае. Залежала таксама ад смены там, которые выконвалі свае абавязкі і, скажам так, без здзека, ну, выконвалі то, што ім паложана. А некаторыя так, знаеце, ўсё ад чалавечага характара залежыць. І вот эта ўсёдазволенасць, яна таксама адбітак адмоўны гуляе, таму што вся сістэма створана на падаўленне асобы чалавека. Усюль. І па гэтаму вот эта ўсёдазволенасць міліцыі, якую зрабіў рэжым, гэта вельмі адмоўна адбіваецца і на псіхалогіі тых людзей, якія, як кажуць, у міліцыі працуюць і працуюць у сістэме турмаў і гэтак далей. Ты быў нікім і нічым, но все-таки там ёсць разныя адношэнні к актывістам, за которымі хтось стаіць і за которымі наблюдаюць общественнасць, да, і адношэнні к людзям, у которых нікого нету і которые, скорее всего, ні о чым не раскажуць. Потому что ко мне обращались на «вы». В принципе, там 80% моих требований не удовлетворяли. То, например, бездомные их матами называли, по имени не обращались. И могли дать пинка, например, чтобы подогнать. И условия для них были созданы хуже. Их требования, ну, они даже не озвучивали свои требования, потому что уже сложилась такая система, что их как бы не услышат. Досвід актывіста Леоніда Кулакова таксама сведчыць пра тое, што да палітычных зняволеных ставіцца неяк трохі лепш. Отношение руководства дежурных сотрудников было нормальным. Криков не было, тихо, спокойно. Только за пару дней до окончания запретили лежать на постели, хотя я чувствовал себя не очень хорошо. На днем лежать на постели запретили. Говорят, только сидеть, либо ходить. А с чем это связано? Какая логика в этом? Без понятия. Но, тем не менее, когда врачи выявили у меня повышенное давление, они уже разрешили мне лежать. Потому что в горизонтальном положении как-то я лежу и как-то не очень-то уже так сильно болит голова. А вот история, якая распочалась еще у РУС и скончилася, тихучей нияк не скончилася, у ЦИПе. Со мной сидел таки Коваленко Яуген. И он тут приехал, потому что у вёски нема працы, как он сказал. Вот что отбылось. Его затримали, ну, трохи выпивши так само, как кажут, был. Трое суток ему упили, але после суда их завезли снова же в центральный раз, посадили их четырех там в этот стакан. Ну, у него были с собой цигареты, я это не обшукал, не знайшов. И никто не попередил, что курить нельзя. Ну, они там закурили, покурили в свое задовольнение. Что вы думаете, это садист, который я по-иншему не могу сказать. У него это садистские схильности. И он повинен быть звольнен этой мент с органов. Значит, что отбылось? Значит, он их вывел, сказал распранаться, и этого Коваленко он уже распранул, и он его порезал ножницы, взял штаны и порезал куртку. А на во что? А это вот такой был здек. Дякую Богу, прибег больше старейший по званию. На его, как начал кричать, ты что робишь? Забрал его ножницы. Ведаете, на что это ему сказал этот садист? Ты меня лишил удовольствия. Разумеете? И он так и сидел. Это с порезанными штанами. Так вот, я ему сказал, и он заявил ходатайство об тем, что было сделано злочинство. Этому же дежурному по ЦИПу, который должен быть принимать меры. И мы запатрабовали, что у Першамайском есть злочинца, который это нарушение называется службовых полномочий. И запатрабовали, чтобы сюда выкликали с прокуратуры Першамайского района и следственного комитета. И он готов заявы. Никакой реакции. Заявлено об злочинстве. Вот такие ситуации. Цікава, што ў іх увогуле атрымалася напісаць і заявіць гэтае хадайніцтва. Пра тэорыю, якая існуе, і практыку, якая дзейнічае, трошкі распавядзе нам праваабаронца вясны Алег Пашкевіч. Грамадзяне, згодна дзеючага заканадаўства, па адбыцці арышту маюць права абскарджваць свае пастановы, маюць права звяртацца з скаргамі, заявамі на імя адміністрацыі. Ім не забаронена мець асадку і паперу, і такім чынам в тэорыі яны цалкам могуць наківаць нейкую скаргу. Але ж гэта толькі ў тэорыі. По факту у людей забирают осадки, коли на вот их есть с собой. Мотивуючи это тем, что они могут начать малевать на стенах. Люди там часом с высшей эдукацией, с вельми там, скажем так, поважанные люди. Мы бы то они будут малевать на стенах. Але для написания скарги потребна еще и папера.
А вось успаміны праваабаронцы Паўлы Левінова з Віцебска, звязаныя з гэтым. Это был 2007 год, когда я был помещен в изолятор временного содержания до суда и просил, чтобы мне дали лист бумаги и какой-нибудь писательный инструмент, чтобы я мог написать жалобу. Мне отказали, и вот мой сокамерник, который курил, я попросил у него пачку из-под сигарет, так ее разорвал, сделал ее в единой плоскости, и вот на этой пачке из сигарет было, ну, как говорится, отправлено моя первая жалоба в том конкретном задержании. Вот. После этого мне, правда, начали приносить бумагу, и получилось, что за двое суток моего там нахождения мной было написано 11, я уже не помню, там обращений, жалоб, заявлений, я ни один ответ не получил. Когда я обжаловал, что не получил ни одного ответа, мне было сказано, что я вообще ничего не писал. Когда я обратился в Министерство внутренних дел, они прислали проверку, и из 11, я уже сейчас за давностью лет не помню, прошло уже 12 лет с того момента, но я не помню, или 7, или 6 моих обращений все-таки, ну, нашло подтверждение, что я их писал и ответа не получил. Ну, мне принесли там извинения, сказали, что виновные лица наказаны, и поэтому, когда в очередной раз за свою правозащитную деятельность я оказался в этом же самом ОВС, то вопросов предоставления мне бумаги, ручки не было. Все мои обращения регистрировались, вовремя отправлялись, ответы мне вовремя вручались. Никаких проблем не было. Як мы бачым, права на асадку з паперай трэба нібы адваёўваць. Дарэчы, дзіўная сістэма. Калі чалавек па рашэнню суда атрымаў арышт, яго адразу змяшчаюць на суткі пасля судовага паседжання. Па законе абскардзіць рашэнне суда ён можа цягам 5 сутак, але што, калі яму далі 10-15 сутак, а ў камеры няма асадкі з паперай, як ён напіша скаргу? Дзяржава лічыць, што у нас, скажам так, як у савецкія часы казалі, што ў савецкай турме невінаўных людзей няма. Калі чалавек туды патрапіў, значыць, ён вінаваты. Калі дзяржава вынесла яму пастанову аб арышце, значыць, ён адразу вінаваты. І няма чаго цягнуць ката за хвост і гайна адразу сидзець. Такім не падразумяваецца, што чалавек можа быць невінаваты, што яго агаварылі, альбо там сапраўды там ёсць нейкія падставы, для якіх ён можа апеляваць. Успомнім гісторыю з Марфай, якую асудзілі за акцыю ў Брэсце, хоць у той час яна была ў Мінску. Насамрэч, гісторыі, якія сёння вы пачулі, гэта толькі невялічкі зрэз. Ёсць больш жудасныя рэчы. Я помню, як, напрыклад, Павел Левінаў распавёў мне пра бездомнага чалавека, які меў ментальныя расстройствы. Яго б варта было адправіць на псіхіятрычнае лячэнне, але ён сядзеў на сутках. Аднойчы ён памёр. Ну і вось так дзесьці ў ічу яго гісторыя і скончылася. Есть женщина, которая тоже очень часто попадает в ЦИК. Ее там все знают. У нее дергаются конечности очень сильно. Руки дергаются. Она всегда попадает за то, что она пытается что-то украсть в магазине. Ее уже все знают в лицо очень хорошо. Все сотрудники знают, ЦИК ее знают. Скорее всего, у нее есть ментальные расстройства. Вот. И они ее часто там держат в одиночке. Либо они ее подсаживают к тем, кто им очень не нравится. И она с нами находилась несколько дней, и нас уже было четверо, она была пятая, и она спала на полу. И на все мои вопросы дать человеку хотя бы матрас, ну, естественно, я слышала отказ. Асобная тэма – гэта умовы ўтрымання і бытавыя асаблівасці. Мы трошкі іх закранулі, і пытанне душа раз на тыдзень – гэта тое, на што літаральна ўсе людзі, якія праходзілі ЦИП і ІЧУ, скардзіліся. А таксама яны заўсёды скардзіліся на ежу. Ежа ў ЦИПі дрэннай якасці, таму што ты атрымоўваеш гэту ежу, ты разумееш, што яны максімальна эканомяць вось на тых, да, хто сядзіць там, да, на зняволеных. Гэта кажа Станіслаў Шашок, актывіст моладзевага блоку. Цікава, што хочаш, не хочаш, а за знаходжанне ў ЦИПе прыходзіцца плаціць. І гэта не залежыць ад таго, ці елі яны тую ежу, ці не елі, галадалі яны, ці не. Гэта там, скажам, разглядаецца як магчыма там, як знаходжанне ў гатэлі. Напрыканцы нашага выпуску мне хацелася, канешне, б скончыць чымсьці пазітыўным, і я паспрабавала такі знайсці штосьці пазітыўнае ў тэме ЦИПа і ІЧУ.
Ну і знайшла гэта толькі ў параўнанні нашай сучаснай сітуацыі з мінулай. Трохі сумна, трохі саркастычна, але як ёсць. Я быў у свой час на сутках там на акрэсці на 1997 годзе, 1998-1999 год. Два адрознення, которые там з'явіліся, это сапраўды не мае той сцэны, так называемай, драўлянай. Зараз стаяць там ложкі ці 4, ці 6. А што такое сцэна драўляная? Сцэна это была драўляная такая сплашная з дрэва зробленая ляжак, на якім, як кажуць, і адпачывалі, і елі, і так далей. Другое, што з'явілася, там тое месца, куды ходзяць фізіялагічныя патрэбы спраўляць, значыць, было раней адкрытым, і там быў проста гусак з вадой, з якога і пілі, з якога і смывалі. Зараз што зроблена? Значыць, гэта месца адгароджана. Тады, калі ты раней перад всімі всей камерай, я кажу, там прысядаў, а цяпер уже як бы яно адгароджана. І акрамя гэтага зроблена уже умывальнік з гарачай вадой, дзе мы, напрыклад, свае стиралі рэчы. І мылі, дарэчы, ў таму умывальнікі талеркі, там кубкі, якіх мы елі, таму што трэба здаваць было чыстае. Это вот тое, што з'явілася. Ну, вось бачыце, пазітыўныя зрухі ёсць. Это, я думаю, як раз после всех наших скаргов, менавіта политичных, потому что мы все там политичные. Это... Ну і на гэтым наш выпуск сканчаецца. Я не буду жадаць вам усім ніколі не трапляць у ЦІП ці ІЧУ. На жаль, гэта неад'емная частка нашага грамадства і нашага досведа ў такім выглядзе, як яна існуе. Хоча я пажадаю усім вам, кожнаму, ведаць свае правы і ўмець іх абараняць. І тады дакладна нешта зменіцца ў лепшы бок. З вами была Кацярына. Бывайце!